решила в одном месте. Разыгралась. 4 утра. 13 минут. Мучаю вот. Жену бедненькую. Бедненькую. Крем у меня, да. Вот они, жертвы. Чё? Жертвы. Снимаешь? Снимаю. Снимаю. Будний день. Вон сколько народу. Ну, да, но это правда еще пока немного. 7 утра. Так. Жертвы. Сейчас мы разделимся, короче. Ну что ж, чтоб мне была удача, потому что я не знаю, на какую я поднимаюсь трассу. Надеюсь, что не на красную, не на черную. Ну что ж, я ничего не сломал пока. Прокатился на синем маршруте, который считается легкий, и два раза уже упал. Сейчас я еду на красный. Удачи. На самый верх еду. Блин, что тут горки какие-то слишком крутые все. Придется пешком спускаться вниз. Вон там вообще психи. Вон там где-то на санках катаются. Так, вот мы. На вершине. На вершине Эвереста практически. Да? Монблан. Там уже где-то Сирия сзади. А там уже все, граница, да? Короче, мне теперь надо как-то спускаться обратно. Вот, а на эти... вот на этих. Вот, вот на этих штуках. Я на них уже два раза упал. Красота. Тишина. Я вон туда докатился и пришлось идти вверх. Ой, же искать. Было страшно. Вот тут я чуть не умер. 83 км в час разогнался. Но тормозил жопой. Короче, подъемник сейчас встал. Секунд 15 стоял. Я немножко испугался. Туристы. Вполне себе купабельная температура. Да, ты знаешь, даже это. Вот, переживает, что купальник не взяла. Она даже теплее, чем у нас в начале сезона купальник.
Да, вон спортсмены.